Да ну ничего, чё, блядь, спецоперация, да бьём, а куда эти, чё? Их же, блядь, жив земля, их больше тут намного, чем нас. А оппозиция, они свои не ходят, сдаваться не хотят, выходить они не хотят, вот, тихонько обстреливаем. Сказали, они что там в бункерах сидят, блядь, светом, конечно, что им будет? Там их обстрелили, не обстрелили, там надо посерьёзнее, чем ты их долбишь. Ну, да все ждем, ждем. Вот все ждут, когда ну, Володьку все это заебет, он войска выведет и тополя нахуй сюда накидает. Да, все это ждут. Ну а так вот, видишь, все, международная конвенция, то, что было запрещено, кассеты, ну, фосфор, все. Ну, все, они все работают. Нам все разрешили, короче, все пускаем туда. А, и вам разрешили тоже? Да.